Однажды я проснулся, открыл глаза, и вместо моей любимой Арктики увидел вот этот вот ужас. Вокруг шевелились какие-то странные зеленые тряпочки. Снег превратился в какой-то горячий песок. А мои льды стали жидкими. Что же это за кошмар со мной случился? А? Фу, как же жарко здесь. Фух, я бы хотела сейчас поплавать. Что здесь делает полярный медведь? Ему здесь не место, здесь же очень жарко. Ему здесь, наверное, непривычно. Вот и я думаю, что я здесь сделаю. Ты говорящий? Нет, я возмущенный. Ты просто не в Антарктиде своей, ты в Гавайях. Ах, вот как называется эта дыра. А верните вот это... меня обратно. А вот это зеленое, это пальмы. У вас здесь есть что-нибудь съестное? Например, рыба. Да, есть. Она в океане. В океане рыба. А холодильник у вас есть? Вот этого вот я не знаю. Надо бы как-нибудь водичку охладить. Если бы она была чуть-чуть прохладнее, я бы пошел бы и наловил рыбки. Так есть холодильник или есть, нет? Вроде бы нету. У нас вообще круглый год лето. Значит, я умру с голоду. Так тебя надо отвезти в Антарктиду. Было бы неплохо. Я могу тебя отвезти в Антарктиду. Ура! Ура! Пошли. Мишка! Смотри, вот я подготовила, чтобы мы полетели с тобой в Арктику. Я тебя отвезу домой. Спасибо, ты настоящий друг. Я не думал, что у тебя есть свой личный самолет. Да, это я его сама сделала. Какая ты умничка, умелица. Ты меня научишь? Конечно. Я тогда буду почаще к вам прилетать. Хорошо. Ну что? От винта по самолетам? Да. Ура! Полетели, Мишка? Ура! Мы летим в мою любимую Арктику. Как высоко. Да? Ты никогда так, наверное, не летал. Нет, я никогда не летал. Я только бродил по заснеженным пустыням Арктики и ловил рыбку. Слушай, если ты оказался в Гавайях, то как, если ты не прилетал никак? Вот эту загадку надо решить. Надо узнать, кто же это сделал. Ура, мы идем на посадку. Ура! Все хлопают в самолете. Какой хороший у нас пилот. Спасибо. Знаешь, вот я и дома. Знаешь, как я сделала такой вот самолет? Как? По инструкции. Я просто компьютерщица. Какая ты умничка. Но я надеюсь, мы с тобой будем часто видеться. Да. Ура! Идем, я тебя познакомлю с Арктикой. Давай. Да, вот это Арктика. Как она прекрасна. Да. Какая она холодная и любимая. Да. Моя Арктика. Вот это да. Вот бы у нас не только в Гавайях было лето, а и холод был, то как-то надоедает весь год. Тогда приезжай, когда тебе надоест. Я всегда тебе буду рад. Хорошо.